Проверить работу полицейских, а заодно разъяснить краснодарцам, какими последствиями грозит то или иное правонарушение. С этой целью на контрольно-пропускной пункт полиции, что на въезде в город со стороны Тургеневского моста, сегодня вышел один из членов общественного совета при ГУВД, а по совместительству генеральный директор телекомпании «Краснодар» Ждан Тихонов. Даже за час такой профилактической работы результаты показательны. Во-первых, несмотря на ужесточение штрафов, нарушителей ПДД немало. Кому-то якобы мешает ремень безопасности. Опасности, другим обзор вовсе не закрывает чрезмерная тонировка. Третий забыл включить ближний свет. За все это, конечно, последует наказание рублем. Но сначала разъяснительная беседа. Ну, мы как члены общественного совета при ГУВД Краснодарского края, а также при УВД по городу Краснодару регулярно проводим выездные мероприятия, посещаем посты ДПС, проверяем работу участковых уполномоченных, а также отделение полиции. Это текущая работа. Мы проводим беседы с нарушителями, а также смотрим, как полиция выполняет свою работу. Да, то есть мы находимся в постоянном контакте. И, как бы, на мой взгляд, это очень важная работа и для населения, и в рамках гражданского общества. Всего в общественном совете городского главка 14 помощников. Добровольную нагрузку с разрешения закона и после тщательных проверок на себя взяли не только руководители крупных краснодарских предприятий, также спортсмены, представители национальных общин, духовенства и культуры. Профилактику как среди граждан, так и среди правоохранителей они проводят регулярно.